Куртки для девочек демисезонные зимние, мода 2021-2022 года, 54 фото. Распродажа детских курток на девочек в интернет-магазине «Зима, весна, осень 2021-2022 года», обзор каталог с ценой, отзывы, фото на календаре «Осень». Это значит, что пришло время позаботиться о теплой одежде для себя и детей. Купить недорогую детскую куртку можно на AliExpress. Модные зимние детские куртки для девочек-подростков 2021-2022 на AliExpress. Выбор детской куртки включает и несколько пожеланий родителей: качество, практичность, удобство, цена, мода. Можно приобрести яркий пуховик или пальто модной расцветки. Также вы можете выбрать зимнюю куртку с любимыми героями мультфильмов или стильную парку с мехом. Положительных отзывов должно быть не менее 95%. Обратите также внимание на скорость доставки, продавец указывает это в описании к товару. Куртки детские для девочек демисезонные, весна-осень-зима 2021-2022 на AliExpress. Демисезонные куртки бывают на синтепоне, на флисе, а также с тонкой подкладкой ветровки. На период весна-осень обычно нужны две куртки для ребенка, первая на холодную осень-весну, а вторая для теплой погоды. Чтобы не ошибиться с выбором куртки, читайте не только описание к ней, но и отзывы покупателей. Так вы сможете сориентироваться, на какую температуру подойдет данная модель. В основном, те куртки, которые рассчитаны на китайскую зиму, для климата России, Украины, Беларуси подходят лишь в качестве демисезонных. Куртки детские демисезонные на девочек, распродажа на AliExpress весна-осень 2021-2022. Многие предпочитают покупать верхнюю одежду заранее. Ведь часто на одежду не по сезону действуют хорошие скидки. Скидки могут достигать 50% и даже больше. Многие магазины на AliExpress предоставляют хорошие скидки на детские куртки. Детские зимние куртки для девочек, распродажа 2021-2022 в AliExpress. Отличным вариантом для зимы станет не просто куртка, а куртка с полукомбинезоном. Ребенку в таком комплекте будет тепло и удобно. Во время прогулки можно не переживать, что ребенку холодно. Также можно бегать, прыгать, падать, не боясь попадания ветра. Кроме удобства, комплект стильный и современный. При выборе необходимого размера недостаточно указать только возраст ребенка. Необходимо сравнить рост, вес, бюст, длину рукава с указанными продавцом. Таблица размеров может существенно отличаться от реальных размеров ребенка. Продавец указал следующую размерную сетку данному комплекту. Детские пуховые куртки для девочки на AliExpress. Утеплитель играет одну из самых главных ролей при выборе верхней одежды. Самыми теплыми считаются следующие материалы: Холофайбер Тинсулейт за Soft Puff Синтепон значительно уступает по своим тепловым свойствам вышеуказанным материалам. При покупке одежды на пуху следует знать некоторые нюансы. Пух является сильным аллергеном. Уход за пуховой одеждой предусматривает деликатную стирку при температуре 30 градусов. Одежда на пуху долго сохнет. Однако если вы все же решили приобрести пуховик, одно вы будете знать точно: ребенку будет тепло даже в мороз минус 25. На AliExpress можно купить натуральный пуховик с мехом. Куртки представлены в нескольких цветах: красный, серый, голубой. На AliExpress есть и другие модели пуховиков: куртка для сноуборда, детская для девочки на AliExpress, верхняя одежда для занятий активным спортом в зимнее время должна соответствовать следующим требованиям: должна быть изготовлена из воздухонепроницаемого материала, не должна пропускать влагу, должна быть легкой. Верхняя одежда такого плана тонкая и легкая, но ребенку в ней не холодно. Отличный вариант для активного спорта. Детские стеганые в ромб куртки для девочек на AliExpress. В теплую весеннюю или осеннюю пору девочка в золотистой стеганой куртке в ромб будет выглядеть мило и стильно. Купить ее можно здесь. Для более прохладной погоды подойдут другие модели детские куртки парки для девочек на AliExpress. Парки могут быть не только зимними, но и осенними. Обратите внимание на следующие модели. Модная расцветка и современный пошив сделают маленькую принцессу неотразимой. Куртка-жилет без рукавов детская для девочки на AliExpress. Практичным вариантом станет куртка-жилет без рукавов и куртка-костюм. Посмотреть каталог курток-жилетов для девочки на AliExpress можно здесь. Детские кожаные куртки для девочек на AliExpress. Кожаные куртки – классика. Особенно стильно смотрятся они на маленьких девочках. Куртка-бомбер детская на девочек на AliExpress.
На Алиэкспресс можно купить не просто американку в спортивном стиле, но даже американку с Monster High. Детские куртки с капюшоном для девочки на Алиэкспресс. Для многих родителей важным фактором при выборе куртки является наличие капюшона. На Алиэкспресс огромный выбор курток с капюшоном, джинсовые куртки детские на девочек на Алиэкспресс. Джинсовые куртки всегда популярны. В моде джинсовые в виде пальто парки удлиненные. Такая куртка подойдет для весны-осени. Куртка флисовая детская для девочки на Алиэкспресс. На Алиэкспресс можно встретить флисовые кофты, а также ветровки с флисовой подкладкой. Детские куртки с Алиэкспресс отзывы. Хороший отзыв от покупателя зависит не только от качества товара, но также от быстроты доставки, общения с продавцом. Алиэкспресс всегда готов предоставить своим покупателям огромный выбор одежды по приемлемым ценам, убедитесь в этом сами.